Прокуратура Луганского района провела проверку по обращению жителей о затоплении. Проверка показала, что затопление квартир 7 и 8 дома 78 микрорайона города Лагани произошло при проведении капитального ремонта кровли жилого дома во время выпадения атмосферных осадков. Подрядчик нарушил технологию проведения ремонтных работ, приступив к ремонту крыши с раскрытием кровли при отсутствии всех необходимых строительных материалов и заготовок и благоприятных погодных условий. Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Жилпромстрой», а также генеральному директору регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия. Акты реагирования находятся на рассмотрении.